Ну что, мои дорогие, включение. Всем здравствуйте. У меня кофеечек, и хочу для вас заснять, пока есть прекрасный свет, повторить коллекцию Сальваторе. То, что не продалось, девочки. Кофе я отодвину в сторонку, чтобы оно нам не мешало, да? Безусловно, смотрится красиво. Сделаю глоточек, с вашего позволения. Чудесный кофе с канеллой, обожаю. Это корица, девочки, канелла, корица. Окей. Это моя новая скатерть от Zara Home, девочки. Я еще ее не стелила, просто вот участочек застелила, попробовать, как это будет, потому что все-таки я хочу ее простернуть, откарахмалить, отгладить и уже потом поставить на стол, положить, да? Ну что, мы с вами начинаем, приступаем. Давайте начнем, наверное, с бирюзы. Перед тем, как начать, мои дорогие, показывать вам повторение от Сальваторе, мне все-таки хотелось бы сделать объявление. Флора прилетела в Испанию, с Дубая, она уже здесь, но у нее простуда, и, в общем-то, она в кровати, не в состоянии открыть салон и не в состоянии для работы. Да, человеку нужен отдых, это понятно, я прекрасно понимаю, все-таки 10 дней отпуска, другая страна, перелеты и так далее. Поэтому мы дадим ей время на то, чтобы она у нас с вами поправилась, Флора. Te deseo recuperarse muy rápido y que nos vemos prontito, cariño mío. Я сказала, что Флора, я желаю тебе поправиться очень быстро и чтобы мы побыстрее увиделись. Поэтому, девочки, будет повторение, да, для тех, кто ждет какой-то в силе, все в норме. Всю информацию подтвержу, девочки, это и будет немножко позже. Это будет на этой неделе, я, по крайней мере, хочу это верить, потому что я думаю, что Флора быстро поправится, и мы уже сможем войти в ритм. Мы взаимосвязаны, поэтому ни она без меня, ни я без нее, в общем-то, не можем всю информацию, да, и сделать всю работу соответствующим образом, ну, по крайней мере, на данный момент, да. Поэтому так, друзья мои, желаем Флоре всего самого хорошего и смотрим с вами повторение от Сальваторе, и в скором времени я подтвержу вам всю информацию. В любом случае, пишите мне на WhatsApp, на Viber, все как всегда. То, что я владею, какой информацией, я отвечу, но я не все могу помнить, не все у меня в голове, и мне нужно быть в салоне для конкретизации какой-то, ну, это нормально, как бы, да, девочки? Но в любом случае, у меня сейчас прекрасная коллекция в моем, так сказать, распоряжении, с которой сейчас я буду делиться и с которой вы сейчас посмотрите. Возможно, вам что-то приглянется, да, присмотрится, и вы оцените по достоинству. Давайте я с обратной стороны покажу, девочки, так же, как это. Камушки не завальцованы. Выглядит это вот таким образом. Очень легкие, красивые сережки. Повторяю, как они смотрятся, да, на девушке, на женщине, да. Вы сможете это увидеть в прошлых моих видео. Постараюсь оставить ссылочку, чтобы вы смогли посмотреть. Сережки крупные, но невесомые. И здесь тончайшая, красивейшая работа, золочение в лимонном золоте. Ну что, мои дорогие, как я уже и сказала, цены сегодня я буду озвучивать. Цены будут, девочки. Натуральная бирюза, девочки, заявлена производителем. Легкие, красивые. Как они смотрятся, я вам уже показывала в одном из видео. Это просто сплошное очарование. Была бы моя воля, конечно бы, я скупила бы все. Очень они красиво на ушке, потому что штифт занижен, и они очень легкие, и здесь очень красивые камни. Просто красота. В лимонном золоте. Сальваторе, это итальянский бренд. Вот этикетка, и, друзья мои, вот так выглядит цена. Цена 141 евро. Вот такие сережки милые, красивые. Обратите ваше внимание, мои хорошие. Странно, что они еще в продаже, но, как говорится, я уверена, что после данного видео это найдет свою хозяйку.
данное украшение. Давайте я их отложу вот здесь. Девочки так делают, да? В общем-то, это будет вот здесь. Чтобы я не запуталась и вернула цену назад. К данным серьгам, мои хорошие, то, что я хочу вам предложить, это будет вот такой браслет позолоченный. Данный браслетик, 168 евро. Смотрится он, давайте вот так, он раздвигается здесь практически на любой размерчик, девочки. Он очень удобный, очень такой, можно его и поджать как надо, он с легкостью сжимается. И вот так это смотрится. Но вы видно, да, сразу, что к сережкам это просто вот комплект. На ручке сидит очень хорошо. Смотрится красиво. Здесь крупные камни. Серебро в позолоте. В золочении, девочки. Лимонное золото. Вот такое. Мои хорошие, пью кофе. Такое удовольствие общаться с вами, держать в руках эту красоту, все снимать. У меня дверь открыта на террасу. Следующее, мои хорошие, это вот такие кружочки милые. Здесь уже на тонкую мочку уха великолепно это будет. Они небольшие, и на нерастянутую мочку, потому что штифт не занижен. И, конечно, вот чтобы оно не перекатывалось и не делало ушко как-то таким, скажем, ну, в общем, на тонкую мочку. Обратите внимание, вот такая работа. Очень классные серьги, просто классные. И, в принципе, они подходят к браслетику, который уже у нас здесь с вами хранится, лежит. Мотя меня окорябал нечаянно, он не хотел моё дитё, испугался и прыгнул из рук. Вот такая красота. Следующее, что у меня здесь еще есть из бирюзы, чтобы уже закончить. Ну все, мои хорошие, бирюза у нас с вами закончилась, поэтому давайте приступим. Покажу вам бескаменку. И очень странно, но два раза был резерв на сережке. И потом у девочек не получилось оплатить. Но все вовремя сказали, вовремя. Почему странно, сейчас вы все увидите, про какие сережки я говорю, и вы все поймете, что это да, это странно, потому что эта модель, ну хотя все модели безусловно хороши и красивы. Сейчас, мои хорошие, я вам все покажу. Это не бескаменка, я прошу прощения, здесь есть цирконитас, вот так это смотрится. Вот такая шикарнейшая работа. Мне очень нравится эта модель, потому что это, во-первых, серьги-трансформатор, во-вторых, девочки, это великолепие, но смотрится как... Уходила на паузу, девочки, звонки. Ну что, мои хорошие, да, продолжим. Серьги смотрятся классно, крупные серьги, абсолютно ничего не весят, серебро в золочении, качество здесь просто идеальное. Можно носить сережки как с одной стороны, так и с другой, если вы хотите. Можно сделать вот так, да, и также их носить. Будет смотреться вот таким вот образом. Но это еще не все, конечно же, можно будет все это снять. И, соответственно, просто надевать вот так. Ну, я не знаю, может быть, еще какие-то серьги, да, которые можно будет надеть вот на эту же штучку, будет на замочек и будет здорово смотреться. Ну, в общем, можно фантазировать, насколько это позволяет вам ваша фантазия, как вы хотите это все обыграть. Мне очень нравится, как они смотрятся. Очень красивые сережки. Давайте... И одной стороной уже посмотрели. Давайте посмотрим с вами другой. Давайте сделаем вот так в сравнении и сравним. Матовая сторона и сторона с цветами. Вот так это.
это выглядит. Но мне очень нравятся девочки. Очень нравится. Цена данных серёг. Это цены от производителя. Вот такая красота. И вы знаете, это еще не все, потому что к данным серьгам, красивейшим, на мой взгляд, просто вот, я не знаю, шикарные серьги. Давайте я положу вот и таким. Вот так пусть будет. К данным сережкам, ну или не к данным, хочется вам предложить вот это кольцо. Есть два таких кольца. Если все, что вы видите, до этого я вам показала, все мы пока заказали по одному экземпляру на пробу, так сказать, то почему-то получилось, что мы заказали два таких колечка. Здесь шедевр внутри, просто шедевр. И вот так это смотрится. Я не могу сказать, девочки, что это неудобно. Хорошо, нет, так маломерит еще. У меня еще пальчик отек. Почему я знаю, что отек? Вот это колечко я ношу на указательном. А сейчас мне более комфортнее надеть его на средний палец. Ну, давайте с вами рассмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, конечно, лак мой просто мне помогает очень хорошо в показе. Потому что с золотом, с лимонным вот это сочетание, это то, что нужно. Просто красота. Не понимаю, откуда у меня просветы на лаке, девочки, или что это такое. Потому что он ложится прям шикарно. Надо еще было положить блеск для ноготочков после маникюра, но я этого не сделала пока. Вот такая красота. Шикарно смотрится, на мой взгляд. И цена данного кольца, золочение, девочки, матовый такой эффект, 115 евро. Два кольца есть таких. С этими серьгами, просто вот, которые, да, я вам показывала, безусловно, смотрится очень здорово. Ну, просто вот, ну, просто классно. И мудрую змейку мы положим сюда. Мне очень нравится вот эта форма. Даже если бы не было головы змеи, может быть, даже было бы еще интереснее вот эти перехлесты, накруты. Вообще тема очень интересная, на мой взгляд. Ну, а мы с вами продолжаем дальше, мои хорошие. И я вам буду показывать сейчас лабрадорчики. Ну что, мои дорогие, свет помогает мне. Сейчас дневной свет. В основном я всегда снимаю ночью. Решила вперед отснять, потом делать другие дела. У нас такая с вами неформальная обстановка. Это в домашней обстановке. Ну и вообще, конечно, повторить это иногда очень даже интересно, потому что многие девочки думают, что они, так сказать, что все распродано, да, что тех уже украшений, которые они хотят, нет. А по итогу получается, что украшения еще, так сказать, в продаже, да, в наличии. Поэтому будем с вами смотреть и повторяшечки в том числе. Повторение это очень интересно иногда. Ну что, вот такие сережки в золочении с лабрадорами и с алмазами. Давайте я уже сразу перевернула. 170 евро, девочки, они стоят. Вот здесь пробы. И прям жесткая такая застежка. Это если в бирюзе там надо прям немножко укрепить, да, здесь прям вот с натяжечкой. Может быть, я поменяла, надо эти туда, эти сюда. Надо мне будет посмотреть, да? Потому что делала показ вам еще когда, да, и, возможно, поменяла заглушечки. Как это смотрится, девочки, на ушках, вы все сможете рассмотреть в видео, которое было до того. Сейчас мы с вами рассматриваем великолепные сережки. Они красивые, они бесподобные, девочки, кто любит лабрадоры, кто хочет украшения в золочении, которое будет выглядеть именно всегда так. Вот здесь темненное серебро и алмазы.
Лабрадорчики здесь я не могу сказать, что легенькие, потому что, ну, как бы камушки, да, натуральные, здесь крупный такой, скажем, камень, поэтому, соответственно, сейчас мы с вами все еще посмотрим на просвет. Все, кто купил Сальваторе, все девочки довольны. Все-все рассмотрим, все черточки, все моменты. Я хочу, чтобы вы видели все, что присутствует, все включения, которые есть в данных сережках. Чтобы вопросов не возникало. Следующее, друзья мои, то, что я хочу вам предложить, это будет браслет. Это будет браслетик. Вот такой браслет. Я не хочу раздвигать, мои хорошие, его, потому что я не знаю, кто его купит. Но здесь и на большую ручку хорошо, и на поменьше он тоже прям раз, и он сгибается. Вот так он смотрится, так он выглядит. И я хочу, чтобы вы видели, как это будет гармонично смотреться с серьгами, да, которые я вам показала. Вот такой браслет. И, мои хорошие, что у меня еще есть? А у меня есть еще кольцо. Колечко. Было одно большое. Вот у меня появилось еще одно поменьше. Мои хорошие, два колечка у нас есть такого варианта. И вот так это смотрится. Оно разъемное. Вот так это смотрится. Очень красиво будет как к серьгам, так с браслета, кольцо. Все вместе это великолепно. По раздельности не менее прекрасно для тех, кто хочет. Вот такая красота. Колечко стоит 55 евро, мои хорошие. Вот его цена. И браслет, девочки. 153 евро. Лепота. Ну, сережки, давайте я еще раз возьму. Церквушка обиднее сейчас, девочки, будет. Вот так. Просто радует меня дневной свет. Ну что, мои дорогие, мы с вами продолжаем. И у меня осталась просто великолепная тема, шикарная. Почему я не хотела стирать ногти и убирать мой оранжевый цвет. И, наверное, я начну вот с этого набора. У меня, девочки, остался сердолик. Сейчас посмотрите, как он будет красиво смотреться. Я вообще не могу поверить в то, что он еще не продан, поэтому хочу, чтобы вы сейчас посмотрели. Сейчас я сразу уже достану вот таким вот образом. У меня здесь кольцо, серьги и кулон. Такой красивый, теплый, терракотовый, спокойный цвет. И весь наборчик, он в розовом золоте, девочки. Давайте с вами посмотрим вперед. Вот такой кулончик. Вот здесь написано Сальваторе 925. Вот такая милая цепочка и кольцо. Кольцо высокое. Миниатюрный, но я не могу сказать, что он очень маленький. Все-таки здесь средний размер. Красивый, интересный. Такая нежная цветовая гамма и очень приятная здесь просто вот выделка, сама работа. Ну, очень мне понравился этот комплект. И поэтому, собственно говоря, мы его и заказали. Вот его цена. Это колечко 54 евро, девочки. И кулон с подвесочкой. Цена 40 евро. Такой миленький, что-то в нем есть. Что-то в нем интересное. Любуемся, девочки. Сейчас я вам покажу сережки. Друзья мои, уходила на паузу. Мне звонила Флора. Поэтому мы с ней общались.
Вот. Массу приятных новостей я услышала, по работе в том числе. Поэтому с превеликим удовольствием продолжаю дальше вам показывать украшения. Ну, мы с вами остановились на сердолике. Выглядит это вот таким вот образом. Я еще постараюсь вам все на солнышке показать, не поленюсь, выйду в такое, так скажем, пространство, где вы сможете все разглядеть. А у меня еще сережечки, девочки, есть к этому. Вот рассматриваем сережечки. Вот так это смотрится. Я думаю, все очень хорошо будет видно. Цена серег, девочки, 46 евро. Получается вот такой комплект. 54 евро, 40 евро подвесочка и 46 евро серьги. Натуральный камушек и вот такая красота. Небольшой, не маленький, но я знаю, что и такие комплекты должны быть. Я вот как бы, да, к крупничку всегда склоняюсь, но это чисто мое. У меня масса девочек, кто любит вот такое вот миниатюрненькое, такие красоты. Так, колечко. Давайте рассмотрим с вами внутри. Давайте я положу сережки вот сюда к подвеске, к кулону, да. Все, кто купил данную коллекцию, все очень довольны. Все девочки довольны. Как бы мне это положить? Пускай будет вот так. Ну что, давайте рассмотрим с вами. Вот так это выглядит внутри. И надпись Сальваторе. Такая красота. И на чем я, наверное, закончу, да, мое данное видео. Вот вы знаете, каждый раз, вот вроде бы спокойно, да, снимаешь видео спокойно, настолько мысли бегут вперед, тебя вот хочется все охватить сразу, и порой не знаешь, с чего начать и как все это обыграть вот лучше, да, и потом пересматриваешь видео и думаешь, ну, казалось бы, я же спокойна, я не волнуюсь, но куда я тороплюсь, куда я бегу, ведь все нужно показать с чувством, с толком, с расстановкой. Что, мои хорошие, не ожидали? Да-да, это еще в продаже. И я над ними думала, они мне подходят ко многому. Вот такой сердолик, здесь насыщенная терракота. 64 евро. Крупные, великолепно сделанные серьги, темненное серебро, доведенное до ювелирного такого, да, состояния, камень красивое здесь вот выполнение, исполнение. Я вам показывала давно эту коллекцию, девочки. Ну как давно, посмотрите, да, постараюсь найти видео, но мне вообще удивительно, что это еще пока не продалось. Как же так? Очень странно. Я не могу сказать, что они тяжелые. Кстати, здесь надпись Сальваторе. На всех изделиях есть надпись этого бренда. Давайте рассмотрим, полюбуемся, посмотрим с вами. Ну, что можно сказать? Здесь сплошное просто восхищение. Вообще мне вся коллекция нравится. В ней есть какая-то вот такая изюминка. Притом в данном случае вот коллекция, да, свежая от Сальваторе, она интересная такая, пришла, она очень разнится с тем, что было, потому что у меня есть изделия, как вы знаете, от данного бренда, и это, ну, настолько, ну, это разное, абсолютно разное. И вот пришло такое, да. Ну что, мои дорогие, я буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, вам понравилась данная коллекция. Я знаю, что вам она понравилась до того, но все-таки очень здорово повторить то, что не продалось. Поэтому, как всегда, я вас жду в WhatsApp Viber, жду вас в комментариях. Мне хочется, чтобы вы были более активными. Конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал «Эсмеральда». Будет очень интересно, девочки, для тех, кто не знает. У меня есть еще один YouTube-канал, называется он «Катя.ру», канал о красоте, где я снимаю всю красоту, которую видят мои глазки, которую я считаю красотой. Поэтому
информация для вас также. Вот, ну что, буду заканчивать, и я думаю, вы увидели все детали. Сейчас я постараюсь еще на солнышке вам снять и показать иризацию камней. Маски надо больше, чем, конечно, это были лабрадоры, да, захвачу сейчас, надену комплект, и вы все сможете рассмотреть. Здесь, я думаю, по сердолику все понятно, хотя также мы с вами рассмотрим еще при другом освещении. И напишите, понравилось ли вам видео о повторении, нужно ли делать такие видео, и что вас удивило, что именно вас удивило, что еще не продалось. Вот мне просто интересно. Меня много что удивило, что не продалось. Вот что удивило вас, девочки. Ну все, всех обнимаю. Мы с вами увидимся в следующую пятницу, друзья мои. И я желаю всем море счастья и море красоты. В пятницу будем рассматривать золото. Я надеюсь, Флора поправится. Все, всем пока-пока. Все наши нити режешь меня без огня, ты просто по-живому. Давай начнем все сначала по-другому. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только ты один на целом свете. Верили в любовь, любовь навеки. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу. Все это значит. Oh.